Regla, estamos llorando bobo. Ay, mira, en bañador. Voy a la playa, había subido la marea. Ты видишь корону? Нет. И я не вижу. А она здесь есть. Надо погонять ее. Всем привет. Вот смех смехом. А мы с женой подхватили ковид. Да уж, никто не думал, не гадал, но это случилось. Жена в пятницу уже почувствовала плохенько. Я раньше даже на работу за ней приехал. Слегла полностью уже к вечеру. Сразу же практически, да, слегла. Был большой жар у нее. Я тут носил ей компрессы холодные на лоб. Ноги обтирал холодной водой. Ну, потом у нее как-то температура сбилась. На субботу уже как бы так. Ну, да ладно. Воскресенье вечером чувствую, что что-то у меня не так. Какой-то вкус сигарет не тот. Ладно, ну все, вроде бы лег спать, все, сон хороший. Утром. О, что-то мне ноги тяжелые, голова не такая. Ира, ну-ка давай-ка мы сейчас экспресс-тестик сделаем. В носу поковырялись. Положили куда надо. Ха-ха! Две палочки. Ну, ясно. Так, что же было? Так, у Ирины 38 держалась очень долго. Ни больше, ни меньше. Вот стоит она 38. И никак. Ни больше, ни меньше. У меня сначала было 36,7. И вот так вот потихонечку, потихонечку. В следующий раз измеряю температуру. 38. Таблетки не сбивают температуру ни грамма, даже и бесполезно что-то делать, пока уже организм не начинает что-то вырабатывать. Потом поднялось 38,5. Что интересно, вот если человек болеет, ну, простой болезнью, там, простуды, что-то еще, и у него температура, то есть желание большое поспать, и человек засыпает. Что и у меня так было, и у жены так. Но сейчас даже усну днем, ну никак. Какие-то ни жена не могла спать днем, ни я. Даже и температура, что вот лежишь и просто ворочаешься взад вперед. Видно, организм на эту заразу реагирует совсем по-другому. И еще что. Эти места, такое ощущение, что болит именно сама кость. И такое какое-то удивительное, твердое какая-то боль. Вот как будто вот эта вот кость стала, не кость, а какой-то бетон стал. С натягом как бы все так облегает, тянет все. Какие-то пульсики тут идут, сжатие каких-то нервиков. Кашель сухой. И уже мышцы живота болят. А сейчас вот только приехали. Ездили уже в лабораторию. Уже официально сдавали. Фу, анализы. Ирине надо на больничный спит. Уже это по-любому надо. Мне так не. Но я как на пенсии. Я до кучи для статистики.
по ковиду. Что сейчас? Сейчас вот, да, ночь была крайне тяжелая. Вообще я не понимаю, как так. Первый раз тоже ворочался, лег спать, ворочался, сигареты не идут. Зубы вечером чистил, не чистятся. Мне эта зубная щетка, она кажется, что у нее вес как у кувалды. Просыпаюсь один раз. Короче, вот где-то через по два часа спишь и просыпаешься. Два часа спишь и просыпаешься. И просыпаешься, и ты какое такое какие-то видения непонятные. Ты как будто головой упираешься в какую-то фотографию и смотришь на нее. О! И первый раз в жизни было, что вот я ждал светлого дня, просветления, как вот, не знаю, как ждут, как панацея какой, скорее бы эта ночь закончилась. Ну, а потом, что еще? Сейчас вот у меня 37,5 температура. Возможно, к вечеру еще поднимется, но как сказала медсестра, мы семейному врачу звонили. Вот первые два дня это такая очень плохая ситуация. Но это хорошо, что мы еще делали прививки. Первые две, потом бустерную. Возможно, она что-то дала так, более легкую форму. Ну, как легкую, я не знаю, как понять, как легкую, но, во всяком случае, вчера и сегодня уже намного лучше. Посмотрим, как дальше будет. Так что, такие пироги. Да, и новогодние, как все планы у нас, потерялись, полностью нарушились планы, даже и не будем ничего готовить, ни даже ни грамма. Но вот кушать, да, особо и не хочется. Боже, там глаз. Ехали с анализов, быстро Ира в магазин забежала, фруктов купила, что-то вот такое надо. Ну, может быть, еще килечки потом пряного посола порубать. Но особо такого мясного что-то не хочется мне. Вот. Ну, как бы и все тогда. Ну, вот такие у нас дела. Дружная семейка болеет. А это моя мать. Мой отец. А это родители Иры, мать и отец. Жена где-то в магазине на работе подцепила. Может быть, от покупателей. Люди бегают, кашляют, кирхают. Может быть, и кто-то из работников. Ну, а я уже от нее эту заразу подцепил. Как говорится, мы с Тамарой ходим парой. Вечером был, вчера вечером очень был большой озноб. Зуб на зуб не попадал. Разделся, жена накрыла двумя одеялами, но согрелся. Потом начал потеть. Переоделся. Ночью еще раз потел. Но говорю, потел, а температура не падала. Только уже к самому ближе к утру температура снизилась. Да, поначалу, когда только лег в кровать, я в понедельник, голова была горячая, а ноги были как лед. Так что, смотрите. Идем.
переодеваться и в кровать. Будем вылеживать бока свои. Да. Не думали, не гадали. Ой, всем до свидания и пока-пока. С вами был канал «В деревне, в городе» и я, Евгений. Всем мира и добра. Не болейте.